Итак, друзья, всем привет! Всем кипаса! И не забываем Санька. Ну, в общем, ребята, сегодня такая покатушка. Сегодня я усовершенствовал свой мотоцикл. Вот, можно наблюдать. Сейчас я еду на 4-й скорости. Как поднялся в гору, сейчас еду с горы. То есть смотреть не на спидометр. Ну, спидометр, конечно, обманывает, да? Сейчас он при установке скоростного редуктора стал на 20 километров показывать меньше. Но мы это дело замерим по GPS. Я думаю, сегодня получится. Смотрите, у нас еще сколько снега. Снега очень много, ребята. Вот. Очень много. Но поля уже потаяли. Нормальненько, короче. Еще неделька и все. И можно будет выехать на Хонде. Ну, максимум полторы. Вот, что-то долгая весна в этом году. Так, ребята, но суть не об этом. Суть о том, что я теперь наконец-таки доработал свой Урал. Теперь на Урале я могу вообще ехать и кайфовать. Почему я раньше особо по трассе не кайфовал на Урале? Объясняю, это по одной простой причине. Просто крейсерская скорость, ну, была, ну, примерно так, если сравнивать с GPS, ну, километров может быть 70, ну, 75 это прям максимум. Вот, 70-75, и дальше уже движок ревет. Он едет до сотки и больше, да? Его можно раскрутить, но он ревет. Уже много очень оборотов. И, соответственно, если уже ехать 80-90, он просто начинает жрать дуром бензина. А сейчас у меня установлена 9-я пара. Вот, и теперь я вот как на 4-й еду. Я даже не переключаюсь, я вообще кайфую, блин. Он реально, движок прет у меня, он реально прет, он реально тянет, он переделанный под 92-й бензин. Даже сейчас в такую вот, ну, чуть-чуть небольшую горочку одного с люлькой меня вытягивает, да? А если включить третью, на третьей так вообще он нормальненько прет. И теперь моя крейсерская скорость стала 90. Я надеюсь, она в этом видео подтвердится по замеру по GPS. Я так думаю, ребят. Давайте мы попробуем замерим по GPS. Редуктор еще не обкатанный. Наверное, сейчас нагрелся как. Ладно, не буду говорить как, но, наверное, нагрелся. А то вы скажете, блин, ты слишком это, ну, слишком. Давайте, ребят, сейчас я остановлюсь. И все вам расскажу. Сегодня ветрище такая. Теперь у меня первая скорость превратилась как вторая на стандартном редукторе. Это все еще первая, ребят. Это первая, да. Первая. Вот, вторая. Прикиньте, это вторая! Это вторая! Это третья, ребят! Смотрите! Вообще! Вообще офигеть! Да один кайф, ребята! Это я еду до сих пор на третий! Вы на спидометр не смотрите! Спидометр сейчас показывает меньше! На третий уже, наверное, километров 80! Вообще четвертый, он прям... Просто шепчет. Ну это подгор, но мы, ребят, сейчас проверим. GPS, параметр. Давайте где-нибудь остановимся. Сейчас я включу GPS на телефоне. Теперь мне остается для самой уже конкретной доработки Урала перед поездкой в Краснодарские края на этом мотоцикле, мне остается поставить коробку от Днепра. Это мне надо купить коробку от Днепра, перебрать ее, ну, по-своему, чтобы перебрать, потому что я не знаю, что там может быть, опять же, как она будет собрана. По-своему перебрать, и уже можно ее поставить и отправиться в путешествие, блин. Уже с таким редуктором это прям просто будет
просто вообще будет счастье. Ну что я сделал, ребята, на этих днях с мотоциклом, вкратце, да? Я его помыл, но уже маленечко испачкал, пока выезжал. Вот. Перья вот эти оттер от ржавчины, короче, и покрыл, короче, их бесцветным лаком. Да, с баллончика, ребят. Все нормально, вообще. Вообще все блестит, ни одной ржавчинки. Я постарался. Вот. Ну, в принципе, помыл его и все. Больше с ним ничего не делал. Так, давайте посмотрим наш редуктор. Ну и перебрал редуктор. Ух ты, нифига себе. Да даже снежок шипит, ребят. А я еще, знаете ли, переживал то, что тепловой зазор у меня слишком большеватый. Так это, оказывается, все понапрасну. Теперь остается этот редуктор грамотно обкатать, грамотно пройти обкатку, особо не газовать. Ладно, хоть еще снежок здесь. Так можно перегреть редуктор. И все, надо его чуть прокатить. Вот. Такие вот, ребята, у меня мотобудни, такой вот небольшой, это, вложек, да? Ну-ка. Ага. Ну все, зазорчик тепловой есть. Он просто греется, просто не... Просто пятно контакта слишком, как сказать, неправильное. Вот, поэтому он нагревается сейчас, редуктор. Масло в редуктор я залил хорошее, 85W90. Или, по-моему, 80W90. По-моему, 80W90, это такое прям хорошее, 100% синтетика. Я залил в это масло. Ой, это масло в этот редуктор. Короче, пусть у нас остывает он. Пусть у нас остывает. Так, ну что, ребят, я хотел сейчас, как остынет редуктор, сделать небольшой замерчик под GPS, да? Да, мотоцикл помыл химией, наклеечки маленько подсмылись, да? Но это наклейки у меня, ребят, просто на обычной бумаге. И то, смотрите, как краска хорошая, сколько держится уже. Реагенты, не реагенты. Вот, я также делаю наклейки, но еще, ребят, что-то как бы, блин, не закупился тем материалом, на котором можно делать наклейки. Вообще-то все погодные, все погодные. Так, ну что мы сейчас, давайте сделаем замеры. Сейчас маленечко остынет. Сейчас чуть прокатим его. Для чего я прокатываю чуть мотоцикл? Просто когда зазор исчезает, тепловой в главной паре и хвостовиком, и вот эта вот шестерня большая, да, планетарка, скажем так, она остывает, и она может остыть неравномерно и будет вот так вот винтом. И у вас просто, ну, просто вы все, просто все испорчено. Вот. Так, давайте включу GPS. Та-та-та-ра-та-ра-тай. Так, GPS. Ребят, вы на руки не смотрите, они у меня грязные. Я только мотоцикл вот 3 дня подряд ремонтировал. Так, вот, включаем GPS. Ну и, в принципе, все, что. Можно поставить запись экрана, можно просто ехать, достать и посмотреть. Для меня, наверное, лучше будет, ну, достать и посмотреть. Только экран надо блокировать. GPS откалибровался, я постоял минут 5, пока остыл редуктор. На спидометр можно не смотреть вообще. Он дергаться перестанет ближе к 50, к 60. Вот, 50 он уже не дергается. Блин, а телефон-то у меня в правом кармане. Ну, сейчас под гору будем ехать.
Лучше 60 километров по спидометру. Интересно, сколько это будет на самом деле. Пока дорога не позволяет больше разогнаться. Так, давайте 70 разгонюсь. Итак, это 70. Блин, как плохо-то. Сейчас я в левый карман телефон уберу. 60, это у нас. Блин, настройки включились. 72. Нет, даже 60 нет, надо чуть побольше. 74. Короче, 60 это 75 километров. Отлично. Блин, такое ощущение, как будто задний тормоз пережал я его, перекрутил. Такое ощущение у меня прям. Как будто я перекрутил задний тормоз. Ну все возможно, блин, да. Вот, сразу его жмешь, он прям мотоцикл жук, как бы теряет все. Как будто якорь скидывает. Чуть-чуть буквально на сантиметр. Ага. Надо отпустить задний тормоз. Сейчас мы это сделаем, ребята. Так, глушим, 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 глушим. Сейчас подкатимся вот сюда вот. Я 100% уверен, редуктор сейчас, если пережатый задний тормоз, нагрелся не только редуктор, но еще и сам барабан. Офигеть! Он вообще горячий. Да, хотя редуктор... Редуктор не горячий, а вот барабан горячий. Самое такое минимальное значение, когда можно ехать на четвертой передаче 60 на девятой паре, а по GPS выходит 70. Уберу-ка этот грязный снег с этим сеном. О! Два. Ну, три сделаем. Три. Немного, мало. 4. Тоже маловато. 5 оборотов. 5 оборотов. Это просто пережатый тормоз у меня, оказывается, был. А я думаю, я когда выехал, он у меня по трассе прям легко пошел, так прям легко-легко. Я вообще кайф, думаю, вот это кайф. Потом думаю, что-то его как будто якорь он скинул там, да? Так чуть-чуть, как будто якоря скинул. Что-то вообще едет как будто его держу там за задницу, блин. Думаю, что за фигня? А это, оказывается, нагрелся задний тормоз, барабан. Так, ну все, что... Короче, 75, да? Ну ладно, пусть, короче, будет включенный у меня. По трассе поеду, проверю. Сейчас вот на трассу выйду, проверю. Сейчас мы увидим. В принципе. Остыл, что ли? Ну да, сегодня такой ветерочек, хорошо, хоть быстро обдувает, все остывает нормально. Сегодня ветерочек такой, ребят. Фу, осталось коробку поменять.
от Днепра. И тогда буду я уже точно, прям вот точно уже буду уверен, когда поставлю коробку от Днепра на этот мотоцикл. Я, конечно, и сейчас уверен, но все равно, знаете, такое большое расстояние, 2000 км, как бы на ураловской коробке. Ну, такое себе, вот, днепровская, да. Хотя и уральская ходит, кто знает, может и свою перебрать. Когда днепровскую ставить на Урал, там надо то ли кардан, кардан надо перебивать, по-моему, или укорачивать его, что-то такое, что-то там надо мутить, вот, чтобы поставить днепровскую коробку. Что-то я уж не помню, ребят, Ладно, поехали. Где мои перчатки? Опять чехол порвался у меня, ребят. Вот, задувает вот сюда. Хреновский, надо купить. Везде одни траты, прям вообще бабосиков. Одни траты бабосиков, ребят. То, блин, девятую пару в редуктор поставить. То надо чехольчик поменять. То надо чехольчик на сиденье. Карабасик перебрать. Потом еще, если ехать на дальняк, надо резину поменять. У меня как бы резина, вот, все, что есть на мотоцикле, самая хорошая резина, которая у меня есть. Вот. Мелкие, и не говоря уж о этих мелких косячках, покраске и тому прочему. Но это как бы все мелочи, это не обязательно. Вот. Ну, что, в колесах, в принципе, новые подшипники везде еще, советские. Я их сам туда ставил. Движок тоже как бы огонь. Но только левый цилиндр, единственное, матрица, по-моему, поджирает, так и не прикатался. Кольца так и не прикатались. Но, скорее всего, я поменяю сам цилиндр тоже хороший. Найду, вернее, я уже нашел его. Осталось только его забрать. Так, ну что, ребят, поехали. Ну-ка. Вот, уже по тормозам нормально. Ну, вправо маленечко тянет, да. Ну-ка, еще разочек. Ага. Чуть-чуть надо подкрутить, 7 много. 7 много оборотов, сделаю на 5. 6, 5, 4. Сделаю на 4 и оставлю. 4 и оставлю. Кто не в курсе, это я закручивал, считал. Просто тормоз зажатый был задний. Это я, ребят, откручивал и считал, насколько я откручиваю оборотов. Третье. На второй можно было еще километров 10 так разогнаться. Вообще кайф, ребят. Вообще кайф. Все, теперь нормальненько. Это третья скорость, прикиньте. Третья 75 километров идет. Четвертая идеально тянет. Вообще классно. Теперь вот, теперь просто будет кайфово ездить, блин, передвигаться. Вообще прям будет по кайфу, ребята. Так, ну что, друзья, в общем, я встал, опять очередная остановка у меня. Проехал я где-то километров, наверное, сейчас 10. И вот решил остановиться, посмотреть редуктор. Редуктор маленечко греется.
Вот. Сейчас он уже все меньше и меньше греется. Я вот таким способом охлаждаю редуктор. Это на глушитель снег, ребят, попадает, не смотрите. Вот таким способом я охлаждаю редуктор. И нужно ослабить тормоз на, короче, на коляске. Ну, смотрите-ка, уже снизу маслица, так, тепленькая. Градусов где-то может быть, ну, максимум 30 градусов сейчас. Нагрелся он за километров 10. Но, в принципе, уже это уже хорошо. Уже он греется меньше. Вот. Уже он греется меньше. Блин, погодка уже везде все тает. Да, вообще по кайфу. Вообще по кайфу, ребят. Вообще, сейчас маленечко стою, жду. И дальше опять поеду. Надо будет заехать на заправочку мне. Сколько бензина у меня. Бензик. Ну, бензик нормальный еще, но все равно надо маленечко долить. Таким способом я, короче, обкатываю редуктор. Вот, видим, еще снега нормально. Вот. Немножко посижу. С вами поговорю. Вот, подумаем о чем. О чем мы подумаем? О лете давайте подумаем, о лете. Уже скоро, ребята, уже скоро, через пару недель, грубо говоря, для меня начинается как будто уже лето. Через пару недель. Для кого-то лето начинается с июня. А для меня оно начнется, ну, где-то, ну, через, наверное, пару недель, я думаю. Ну, прям с мая, это прям 100% с мая для меня уже лето. С мая. Вот, такие вот делишки, друзья. Такие вот делишки. Делишки. Да, снега еще много, блин, вообще много. Вот так, вот если посмотреть так на поля, снега вообще вагон. Вагон снега. И не один, и не сотня. Да, когда вот это вот все растает. Ждем, ждем потепления. Снег быстро тает, только знаете где? Вот на редукторе. Он уже почти растаял. Ну ничего, можно еще десяточку, ребят, проехать. Поехали. Еще десяточку. Катаюсь по Ульяновской области. Вот, по трассе, по этой. Пока еще обкатываю редуктор. Вот. Вообще, да? Я думаю, вы чувствуете, как я стал реже-реже переключаться. Ну, третье. На третье 75 идет. Прям без проблем. Даже больше маленько. 80. Ну, по GPS. По спидометру-то он занижает сейчас на 20-ку. На всех форумах, на всех форумах, короче, ребята пишут, при установке 9-й пары спидометр занижает на 20-ку. Вот, уже по кайфу. Уже по кайфу, ребят. Вот эта скорость уже такая, ну, примерно. Ну, вот для путешествий мне хватит вот такой скорости. Вообще хватит, прям за глаза. Сейчас скорость где-то под 90. Где-то 90.
все, друзья, теперь на Урале ездить в кайф. Теперь можно отправляться в такие небольшие покатушки, километров так за 200, за 300, за 500, и прям вообще кайфовать. Такие покатушки, я имею в виду, и с бездорожьем, и в то же время по трассе надо будет ехать. Уже дождик начал моросить, ничего себе! Сегодня обещали дождь, кстати. Вот. Сегодня обещали дождь и заморосил дождь. Да пофиг вообще. Я думаю, по небу видно то, что серьезного дождя явно не будет. Просто такая чуть-чуть такие мелкие крапинки и все. Это максимум. Но когда я так говорю, начинается всегда ливень. Сейчас мы это проверим, ребят. Сейчас мы это проверим. Да, как же стало кайфово-то ездить вообще. Движочек не напрягается, ничего прям. Обороты в норме прям, вообще нормально. Тяги хватает прям с запасом. Ну, если десятую поставить пару, то могу сказать, уже с коляской и с пассажиром уже будет трудно. Вот. Потому что на девятой вот в горочке-то как бы, ну, чувствуется то, что чуть-чуть стало трудновато ему. Вот. Надо еще после зимы карбюраторы продуть, все посмотреть, свечи почистить, в общем, посмотреть, все исправить надо будет. Смотрите-ка, здесь уже мокрый асфальт. Здесь уже 70, здесь где-то камера стоит. Такое ощущение зажигания надо ему пораньше маленько. Что-то прям такое чувство у меня, то что надо маленечко пораньше зажигание ему прибавить. Потому что когда я его регулировал, это уже, наверное, не в 20-м году, а в 19-м осенью. Да, перед покатушками. Послушайте-ка, или в 20-м. Не, не в 20-м, в 19-м. В 19-м. Перед покатушками. Я когда его регулировал, я слишком его поставил прям, ну, можно сказать, не позднее, но с таким как бы. С такими намерениями, то что я буду ехать не больше, чем, ну, не больше, чем 70 там, километров в час, и в основном езда будет такая вот по лесным дорогам. Сейчас мы на заправочку закатим. Блин, я ж думаю, куда прокатиться-то? Может, маленько правее взять, на другую заправку заехать. Давайте-ка, да, попробуем. То там полицаи стоят. У меня так-то с собой документы есть, но страховки еще нету. Не успевает застраховать мотик. Ну как бы рано еще, блин.
что-то мне подсказывает, или бензина не хватает, или что-то еще, блин. Или, может, свечка левая. Левую свечку подзакидывает, ребят, маслицем. Я потому что так и... Кольца не притерлись, блин. Это, скорее всего, не кольца не притерлись, а надо менять поршень, потому что он с такими... с такой выработкой, да, от перегрева. Но это мы все сделаем. Поэтому маслица поджирает левый цилиндр и закидывает чуть-чуть свечку. Ну, ее хватает где-то на, скажем так, на месяца три. А я как раз свечи выкручивал только на Новый год. Перед Новым годом, перед поездкой, я выкручивал свечи. Ну, мне как бы нужна была уверенность, чтобы не крутить в минус 20 свечи. Вот. Ох ты ж, куда ты лезешь-то? Так, теперь нам нужно будет где-нибудь притормозить для того, чтобы остудить редуктор. Вот. И опять начинается мелкий дождик. Ну, мне как бы дождик, ребят, сейчас вообще все равно, как бы он это. Давайте-ка вот здесь я остановлюсь. Начинается мелкий дождик. Ну-ка, что там по температуре-то редуктора? Я могу уже сказать с уверенностью то, что он обкатывается, скажем так, неплохо. Ребят, села одна батарея. Сейчас поставлю другую. Сегодня батареи взял, вот. Сегодня пока съемочка так вот от первого лица. Что-то не пользуюсь пока селфи-палкой, вот. Ну и что, в принципе нормально. Сколько время? Я сегодня выехал поздно. 5:13. Нормально, слушайте-ка. Начинается такой дождик, моросит. Но в принципе погода вообще нормальненькая. Ветерочек. Вообще редуктор. Редуктор, кстати, удивляет меня. Удивляет с положительной стороны. Вообще тепловой зазор вообще прям в норме. Все равно, ребят, нормально ехать. Да, дождика уже нету. Вот так чуть-чуть моросит. Прям вообще ни о чем. Практически нет, наверное. Ну, может, все-таки есть на стекле. На визоре-то у меня маленечко. Капельки-то есть. И теперь, ребята, мне будет теперь врать пробег очень сильно. Теперь пробегу на спидометре верить просто нельзя. С каждой... Ну, почему, если подсчитывать, с каждой сотни пробега нужно прибавлять 20 километров, по-моему. Или, ну, это 20, от 20 до 30. Вот. Если что-то подсчитывать, прям пробег, расход от 20 до 30. Вообще на улице так тепло, плюс 10, ребят, плюс 10. Вообще.
Да, конечно, с этими ремонтами мотоцикла просто времени уходит, вагон, да? Очень много времени уходит, как говорится, тоже денег уходит много на мотик. Вот. Как бы на наш советский мотик еще нормально вообще. А вот на японский, да. Ну и то, блин, если разом все сделать, как говорится, не замечаешь так сразу. Но зато, ребята, это вам приносит кайф, ребята. Кайф. Вот сейчас я еду и вообще кайфую. Мне вообще по кайфу. Мне единственное, что не устраивает, зеркала надо маленько пошире вылет. Но это элементарно, их можно удлинить. Вот. Вообще прям. А так все по кайфу. И коробку днепровская поставить. Она и тише работает, и переключается лучше. И там полуавтомат уже установленный из завода. И хорошую вилочку на Урал. Но вилочку я сделаю с этой. А пружины поставлю планетовские. И нормально все будет. Вот что-то не хватает ему, вот прям, вот что-то не хватает. Я уже почти вот газульку вот. Что-то ему не хватает, не знаю. Я подозреваю зажигание, это надо пораньше. Но сейчас я это никак не могу сделать, потому что у меня инструментов нету. Сейчас мы заедем на заправку. Ну, возможно, свечу почистить. И то на одном цилиндре, на левом. И все. Потому что правый-то... Хотя можно проверить, потянуть тросик. Вот. Левый никакой реакции. Правый начинает разгоняться. Точно, может быть и свечка. Свечи уж сколько им, пару лет, наверное. Да, я их в 19-м закрутил, эти свечи. А вон заправочка, друзья. 43, 44 считать. Как лужу объедем. Та-та-та-та-та-та-тай. Все, приехали. Так, что там по редуктору? Ну, слушайте-ка, нормальная рабочая температура. Здрасте. Да, все, сезончик открыли. Здрасте, 92-го на... На 300 рублей, да. Да пора уже, снег тает, уже все. Да, да. Ну, я думаю, на 3 соточки-то у меня поместится в бак. Лишь бы уместился. Хотя нет, надо греть Гален. Надо греть, лишь бы не влез, тогда всегда будет полный бак. Вот. Все нормальненько. Так, ну что, друзья, едем дальше, едем дальше. Точно стрельнул, точно зажигание поздноватое.
Так, ну что, куда бы здесь прокатиться бы? Да здесь по большому счету уже некуда ехать. Смотрите-ка, ребят, вообще погода, кайф. Вообще кайф. Ну как, солнце, конечно, вообще прям придает кайф. Ну а так все равно кайфово, блин. Все равно кайфово. Что-то я по привычке рано переключился, блин, офигеть. По привычке я переключился с 40, с 50 на 4 по спидометру, а сейчас надо с 60 уже. 20 км прибавка, ребят, нормальная. Да, левый тросик вытягиваю на левый цилиндр. Мотоцикл как бы не хочет набирать обороты. А вот правый вытягиваю, он хочет набирать обороты нормально. Так, я хочу попробовать, ребят, заехать на большую гору, вот, на большую гору, где вот мы осенью катались там, вот я хочу попробовать заехать туда, но я вряд ли туда заеду, смотрите, столько снега, вообще, чувствую, надо где-нибудь развернуться, бросить эту идею. Надо свечку почистить на левом цилиндре обязательно. Сейчас где-нибудь остановлюсь, заеду на обочину. Ну не на обочину, а вот съеду с трассы. Давай, обгоняй, что ты? Блин, ну дружище, ну ты пристроился сзади на машине, а, и едет за мной. Офигеть. Вот, красава. А то есть такие водители, которые пристраиваются в 10 метрах от тебя и всю дорогу готовы за тобой ехать. И я в таких случаях сразу сбрасываю скорость, как бы включая поворот, типа я на обочину хочу остановиться, и все. А, там будка, я думаю, там просто поворот, а там будка. Ну сейчас мы хоть все равно, ребят, давайте посмотрим на эту гору вообще. Реально ли будет туда заехать в ближайшую неделю или нереально? Давайте проверим, проверим.
А вот теперь где-то вот направо, вот поворотик. Вот поворотик. Ну и что мы скажем, ребят? Или провалимся здесь же? Да нет, почему, проезжаем. Ну дальше не поеду, все. Можно набрать разгона, но смысла нет никакого. Так, давайте сейчас сразу почистим свечку. И сейчас мы почистим левую свечку, потому что его дергает. Он как будто перекрывает ему воздух. Такое ощущение. Но это 100% это зажигание. Я поставил такое, чтобы меньше грелся. Для такой летней погоды, блин. Для жары такой летней. Давайте выкрутим сейчас свечку. Посмотрим. Да, дождик все-таки моросит немножечко. Ну, смотрим на свечку. Нифига себе, свечка-то, ребят, нормальная. Вот, посмотрите. Свечка-то нормальная, оказывается. Ну да, на центральном электроде нагарик такой нормальный. Нифига себе, до сих пор не могу снять. Та-та-та-та-ра-тай. Нифига там нагар. С Нового года, ребят, свечи не крутил. С Нового года. Там телефонная будка красная есть, можно позвонить там кому-нибудь. Ну так-то погодка прикольная, конечно. О, ребят, только дотерся до металла. Почти. Но нагар знатный здесь. Может быть поэтому? Он как бы поддергивался, мотик. Горячая, блин. Наждачка еще вообще мелкая. Ну и все, что, ребята, все. Давайте посмотрим на искру. Какая искра здесь? А, блин. Искра вообще огонь. Ну, можно поменять свечи местами, конечно. Давайте попробуем. Поменяем свечи местами. Но справа-то свечку я вообще не крутил уже 100 лет. Если можно сказать так. Справа свечку я очень давно не крутил, потому что она всегда чистая. Она вот всегда как будто ее только закрутили. Сейчас мы это увидим. Я надеюсь. Ох, нифига себе! Смотрите, ребята, точно свечка прогорела. Смотрите, свечка прогорела. Офигеть, смотрите, ребят. Свечка прогорела, оказывается. Блин, это же круто на самом деле. На самом деле это же вообще круто. Так, это я закручиваю в правый цилиндр.
Потому что я ее не крутил вот очень много, очень давным-давно я ее вообще не выкручиваю. Правый цилиндр, а надо бы было выкручивать-то иногда, проверять. Но я думаю, у меня запасная должна быть. Я думаю, блин, ручку откручиваю, газ, он как бы едет, но так вяленько едет. Ее можно подогнуть, но это вообще уже не то пальто. Ручка есть подточенная. Вообще, я уже думаю, ничего себе, вот это я думаю отмороженный, а? Поехал, ни одной свечки вообще в Урале нету. Ну теперь, ребята, блин, нормально. Я просто, ну, может быть, и зажигание, конечно, поздноватое. Хрен его знает. Но я помню раньше, когда я зажигание выстрелил один раз, у меня он, короче, тянул до такой степени, что начинало пробуксовывать сцепление. Потом я, но он чуть-чуть грелся он, конечно, тоже. Зажигание было немного, ну, такое рановатое, да, раннее. Потом я убавил его, и как бы он греться перестал, ну и тяга тоже как бы пропала, да? Но это было уже очень давно, я уже не помню, какое сейчас зажигание. В 19-м году я его только регулировал. Вот, ну, вообще повезло, вообще. Ну, ребята, есть разница, вот посмотрите. Зазорчик подубавлю. Вот такой, наверное, вообще жесть. Жесть, да, было? Да ее можно вообще выкинуть. Ну, хотя колечко может пригодиться. Ладно, на всякий пожарный пусть будет она у меня. Вот, вообще нормальненько. Вот, ребята. Вот, наконец-таки. Но это говорит о том, что мне повезло, то, что у меня оказался этот пакетик с инструментами. И то, что там одна свечка была, единственная одна. Надо купить комплектика два хороших свечей. Вот и все хорош. Потому что, почему сейчас я полез в свечи, я объясню. Сейчас на заправке он стрельнул. Он у меня не стрелял вообще никогда. А сейчас он стрельнул. И я сразу подумал, что это зажигание, либо что-то свечи давно я не крутил. Вот, только поэтому сейчас я полез. Ну давайте попробуем, как он запустится. Вообще с первого раза. Опа, нифига себе. Такая прям легкость в наборе оборотов. Вообще нормально. Прям такая легкость в наборе оборотов. Вообще по кайфу. Вообще по кайфу. Все, друзья. Все. Надо ехать домой. Дождь начинается, блин. В общем, ребят, следующая покатушка будет уже, я думаю, но все равно максималочку пока рано еще тестировать. Все равно надо обкатку пройти, редуктору, все равно. Да, вот все его, прям что-то прям его кто-то дергает вот сейчас, странно. Короче, надо продуть карбы после зимы обязательно. Может там конденсат, может там вода. Вот, тем более после мойки керхером, там по-любому вода.
кто-то меня останавливает. А прикиньте, ребята, если это сейчас девчонка, красавица, прикиньте, меня останавливает. Да уж, красавица. Забулдыга какой-то. Да не, ребят, не нужно пить, не нужно злоупотреблять алкоголем. Это вообще, ну, не айс занятие. Злоупотреблением спиртных напитков к хорошему не приводит. Да, я помню, я когда ехал, блин, в мороз, тоже, блин, когда сколько там, 20 градусов было, да, 25, вот, когда я ехал, он у меня тоже прям начинал, короче, подтупливать жестко. На низких оборотах он нормально шел, а вот, может, бензина не хватает, может, уровень низкий, короче, надо продуть, короче, нужно заняться мотиком, ребят. У него вот что-то есть, вот какой-то подрывчик идет, потом бац, короче, как будто резко дергает его. Странно, почему это? Вот не знаю. Бензин больше, чем полбака бензина. Так. Надо сейчас проверить редуктор, лишь бы не перегреть его. Если что, постоять маленечко. Опа! Так, что у нас с редуктором-то? С редуктором вообще все нормально, рука прям вообще терпит. Нормально. Поедем дальше, что? Да, редуктор, неужели так быстро обкатку прошел? Тоже странно. Ну просто тепловой зазор я выставил такой нормальный. Но и в то же время там, блин, одна шайба. Как бы ни туда, ни сюда. Ее убираешь, его зажимает. Блин, рано я переключаюсь по старой привычке. Прям дергается вот так вот, ну не то что дергается, но подергивает его, блин, подергивает. С горы такая же хрень. Ну это все фигня, пацаны. Так интереснее ехать, реально так интереснее кататься. Все, тяга пропадает, прям все. Вообще, что такое? У меня такое было в лютый мороз. Когда я долго отжигаю, я думал, бензин заканчивается, замораживается. В этих главные жиглеры обмерзают.
А это нет, оказывается, это причина вообще в другом. Он еще и постреливает даже, офигеть! Еще и постреливает, ребят, прикиньте. Точно зажигание, прям вот 100%. Либо контактики подгорели чуть-чуть, либо оно сбилось. Вот. Вот, аварийщики моргают, еще остались понимающие водители, адекватные. Что-то, ребята, все, Уральчик закапризничал конкретно. Закапризничал прям нормальненько так. Все, сейчас я приторможу где-нибудь, надо остыть. Остыть надо, постоять вообще. И редуктор пусть остынет. Я понимаю, конечно, что можно ехать, ехать и ехать. Но, блин. Не, он так нормально набирает обороты, вот посмотрите. Вот если вот так вот прям, ну посмотреть, да, ребят. Все нормально. Ну-ка, что там с температурой? Да не, вообще все нормальненько все. Все равно сейчас снега кину ему маленько. Пусть маленечко остынет. Вот. Перчаточки на цилиндр. Так вот, на тросики. Ну все, ребята, я думаю, сегодняшняя покатушка подходит к концу. Сейчас я возьму снега, кину на редуктор. Все-таки 9-я пара, нужно ее хорошенько обкатать. Вот. В принципе, все, ребят. На этом видюшка заканчивается. Сегодня проехал нормально так. Но все равно маленечко нужно обкатывать, потому что куда-нибудь далеко сорвешься, когда потеплеет, когда будет плюс 15-20, и редуктор не обкатанный будет греться очень сильно. Это глушитель пар идет, не обращайте внимания. Все, ребята, все. Вот такие вот мотобудни. Скажем так, на вот таком вот мотоцикле Урал. Время 6:20 почти. Нормально. Ну, в принципе, по кайфу, друзья. В принципе, по кайфу. Ждем, как говорится, лето. Лето. Сейчас обещают, по-моему, 3 дня. 3 дня. И ночью плюс. И днем плюс 8-10. Ну, уже десятка есть. Вот, а ночью до плюс 3. Это вы представляете, во сколько раз приумножится таяние снега. Снег будет таять намного быстрее. Ну, и я думаю, через недельку, через две на Хонде уже выйду. Хотя уже можно выехать. Но, блин, не люблю по грязи ездить. Пускай пройдет хороший ливень, дождь.
чтобы смыл всю эту пыль, реагенты, грязь. Вот. Ну все, ребята, всем счастливо, всем пока, всем спасибо, кто смотрел это видео. Здоровья вам, счастья вам. Берегите себя, катайтесь на мотоцикле аккуратно, и у вас все будет хорошо. Вот так, ребят. Давайте, ребята, всем спасибо. Опа, ничего себе, а что там капает-то? Нифига себе, ребята. Нифига себе. Масло капает. Из этого, из заднего сальника. С чего вдруг? Офигеть, смотрите, никогда такого не было. Пацаны, ну никогда такого не было, чтобы капало масло у меня вообще. Охренеть. Чё за хрень? Чё за хрень, блин? И здесь в масле. Я не понял. Чё за прикол? И дым из сапуна идет. Чё? Чё у меня приключилось такое? Ну, странная херня. Колечки, может, где-то. Поршневая. Просто так масло не подавит. Это точно из движка, это не из коробки, пацаны. Хотя кто его знает. Хотя кто его знает, да. Офигеть. Ой. Короче, Уральчик что-то начал мне преподносить сюрпризы. Ну, стою-то такой, смотрю, капли. Ну, смотрите, как капает. Вообще нормально, да? Вообще бред какой-то. Что за бред? Что за бредятина вообще? Ну-ка. А у меня левый ботинок в масле? Нет, левый ботинок не в масле. Странная херня, ребята. Это что ж такое-то приключилось-то? Если бы с коробки давило, то давило бы из сапуна в первую очередь нормально так. А тут давит из сальника. Значит, в движке повышенное давление картерных газов. Повышенное давление картерных газов может образоваться только... неисправности от неисправности поршневой группы. Это лопнутые кольца и прогар поршня. Вот. И в принципе, ну, прокладка прогореть под головкой тоже может. Но она бы потекла, они у меня хорошие прокладки. В общем, левый цилиндр, ну, не знаю, блин, не знаю. Посмотрим, короче. Все, ребята, что-то вообще прям трешняк какой-то приключился. Да, странная фигня. Офигеть. Так, кто что предлагает, пацаны? Пишите в комментах, кто что предлагает. Скидывать КПП или мерить компрессию? Я предлагаю мерить компрессию, а потом же смотреть. По-другому вообще никак. По-другому вообще никак. Мерить компрессию надо по-любому. По-любому. Компрессия-то. Блин, я бы не сказал, что компрессия прям хорошая. Чё за бред, блин? Чё за бредятина такая? Чё за трэш? Блин, если поршневая, значит какая-нибудь свеча будет в масле стопудово. Если поршневая, свечка по-любому в масле будет сейчас. Либо левая, либо правая. Давайте посмотрим. Либо просто сальник, может быть, отходил. Всякое возможно. Тоже может быть, как бы. Блин, она еще горячая. Левая свечка нормальная. Что там внутри?
О, компрессия в правом есть. Надо еще газ открыть. В правом хорошая компрессия. Сейчас попробую завести на одном цилиндре. Короче, даже не всхватывает, прикиньте. Раньше заводился прямо или на левом, или на правом. А теперь вообще не заводится, прикиньте. Давайте сейчас попробую сделать следующее. Сейчас попробую погазовать левым тросиком. Это левый цилиндр. Посмотрим. Да и смотрите, сейчас вообще отказывается заводиться. Давайте, газую левым тросиком, это левый цилиндр. Правый. Ну, странная хрень, конечно, но в левом цилиндре явно нет компрессии. Ладно, ребята, как я и хотел ремонтировать левый цилиндр, так он и дает о себе знать. То, что левый цилиндр надо снимать и менять поршневую. Значит, скоро я куплю комплект, хороший цилиндр и хороший советский поршень. Вот, с кольцами. И все это дело поставлю. И тогда, я думаю, все будет нормально. Все, ребята.